Турция начнет серийное производство новых танков. В Турции выпустят 1000 танков «Олтай». Проект оценивается в 25-30 миллиардов долларов и рассчитан на 20 лет. В Турции подписан контракт на серийный выпуск новых танков «Олтай». Церемония состоялась в Анкаре, сообщает Анадолу в пятницу, 9 ноября. Подписи под документом поставили представители Секретариата оборонной промышленности, Генштаба ВС Турции и компании BMC. Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что производство танков «Олтай» снизит зависимость страны от поставок оборонной продукции из-за рубежа. Ожидается, что «Алтай» станет ведущей боевой единицей вооруженных сил Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны. В соответствии с контрактом, BMC приступит к серийному производству 250 танков. В перспективе в Турции выпустит 1000 танков «Олтай». Проект оценивается в 25-30 миллиардов долларов, и его планируется реализовать за 20 лет. Напомним, на этой неделе СМИ сообщили, что Украина купит турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makine. Соответствующее соглашение было якобы подписано во время визита президента Петра Порошенко 3-4 ноября в Турцию. Ранее Украина и Турция договорились о совместном производстве турецких средств радиосвязи на территории Украины. Соответствующий меморандум подписали госкомпания «Спецтехноэкспорт» и компания «Исилсин». Новости от «Корреспондент.нет» в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.